Здорово, парни. Поиграли мы на днях в игру The Cycle, такой космический клон Таркова. Самые очевидные схожести — это подсумок, в который можно класть вещи, и при смерти они у тебя не пропадут. Страховка перед рейдом, там репутация у трех разных фракций и все такое. Уже даже появились топористы. Короче, выглядит прикольно. Единственный минус — это то, что сервера находятся только в Северной Америке, подлагивают, пинг высокий. Так смотрится достаточно шикарно. FPS большой, ну, своих поклонников игра явно найдет, вряд ли среди русского комьюнити, потому что тут нет Калак 12. А так, кому интересно, зацените. Если ролик понравится, поставьте лайк, подпишитесь. Приятного просмотра. Короче, я понял, ты можешь его или найти, или просто здесь сделать, 3 раза прожав вот эту херню. Все, окей. Привет, Это слышишь, хорошо. скину металл вот тут. Да, потому что Где? места нету. Смотри, скидываю с башенки. Вон, вот там. Вид. Вот, желтая метка. Вот. С той стороны. Под башенкой. А там этот ходит. Хорошо. Там к тебе гости, шайтан, встречай. Угу. Он тебе наверх пошел. Да ладно. Отвечай, все, хана тебе. Он ее поднимается. Беги! Ёкарный Просто бабай. вниз прыгай куда-нибудь. Высоко, высоко Я разбегайся. закроюсь тут просто сейчас от него, пошел он нахер. Это сюрприз. Попробуй поагрить на себя, чтобы ушел. У меня тут еще какая-то фигня. Вон он этот стоит. Ну вот, если ты эту батарейку вытащить, то она отключится. А Металлолом вот тут одна еще один. стоит, вон вторая. Мне пока не нужно. Вот А композиция вот я еще выбирал. одна. Можем попробовать, кстати. Нет, сюда вставить надо ее, забить. Хотя не факт. Да я скажу. Да. Ёпты, тут что-то творится. Тут две можно забрать, наверное. О, это что у нас, композиты? А как они вставляются вообще? Наев. Что-то я не вижу, как Нажми это F, ставится. все. Нет, не ставится. Открылось? Ура! Открылось. Вот полимеры твои. В первом ящике. Тут еще и кубки можно обыскивать, оказывается. Тарка Форева. Ага. 5 металлоломы. Ну и снайперка, да, в том числе. Что-то видите, с пистолетом, надо троем по нему с хорошими ганами стрелять. Ну, у меня обычный пистолет, я на мобов вышел. Чел, передо мной! Убил. Помогаю. Вроде не вижу больше. Композиты будут говорить? Мне тоже нужно. Еще! Передо мной! Налево ушел. Минус. В спину мне не надо было стрелять. Сорян. Сидел он тут. Композитов нету. Тихо, всех тихо, привык. Тихо, тихо. Что Есть. такое? Вот тут шаги. Сверху а типа? Над нами. Ну, не понимаю, по песку как будто бы. Сел. Да, есть такое. Вижу. Минус. Ага. Третий, походу. Привычка у них такая. Они видят, сразу садятся в угол в темный. Тот на камень залез, не знаю. Ага. Главное, чтобы у меня моб с кем-то дерется. Где? Чё ты дальше за он моб ходит по дороге, бил туда назад, ну дальше, на северо-запад. Большой падает. Ой, красиво, он прямо к нам упал. Он видишь, коцан даже моб. Да, моб коцанный. Может, ты бил там кого? Может, он замочил, да.
Я не вижу. Как тут они вообще, типа, отстают от своей жертвы? Когда убьют? Нет, когда жертва, по-моему, просто убегает. Ближе надо пистолет подходить. Этот проснулся просто. Хотел выстрелять. На, иди добивай. О, еще магазин. Попади. За забором. Виджой? Да, килич. Ты ранил типа этого, Мэтт? Да. Убил. Хорошо. Давай. Убил, все, я всех сделал. А на деле нормально вроде стреляю. Композитные две штуки есть. О, найс. Пять грибов есть. Ядрить. Мне надо три. Идите забирать. Мне пять. Такого. Забрал три. Забрал два ставил. Потому что я все съел. Да, есть. Три гриба ставил там, кому надо. Так, сейчас я тут обвесы с его ганов поснимаю. Блин, вид уже утащил, ладно. А этот. Тихо! Я... Тихо! Сзади, сзади, давай. Сзади, как мы шли, да. Где моб стоял. Стал кейс, один хип мог. Минус. Там вообще хп не было, я ему хочу поставить. Нормально. Скинул пушку на дороге, вот он. Да юзай уже, чё. Там можно пролезть? Как понимаю, нет, да? Сел пока. У меня просто там есть квест, найс. Что, он поздоровался там, блин? Хай сказал? Это что-то такое, я не успел расслышать. Ну, здорово. А, это типа этого, что ли, походу? Флюги и Хайнер это. Типа кирки, походу. Конечно. Тихо, тихо. Ну не долби! Типы за нами идут вот здесь. На метке прям подходит. Вижу, крадется. Хедшот. Минус один. Второй дальше. Нет, там херь ползает, зверь. Там херь ползает, да, так смотрю. А там же водопады. Правее чуток. Надо... К водопадам, наверное, сходить. И на выход. А мутным этим? Пошли. Да, мне один нужен этот камень. Садиться аккуратно. Беги! Зависит. Он зависает, да? Окей. Ой. Дал по типу. Тут. Да, по-моему, голые какие-то. Ну что, надо убивать их. Да они сейчас голые. Ты же как топорист, понимаешь? Все, готов. На раза. Они наш металлолом, ваши грибы собирают. Причем у них... Он реально топорист, он с ножом, блин. Какой
же он громкий, капец. Офигеть, это просто страшная вещь какая-то. Громко, что ли? Этого капец, просто. Тут пулемет какой-то херачит, короче. У меня типы вот тут. Должны были увидеть меня. Вижу, на скале вот там. Фиолетовая. Они убили там кого-то. Двое. Меня спалили. Дал пару хитов. Дал голову. Одному. Вправо. Убил одного. Минус один, да? Ну, по мне работает второй. Влево бежит опять туда же. Упал вниз куда-то. Влево, он от скалы от своей. Я вижу передо мной прям. Вот. Голова. Голова. Хит. Он умер. Угу. Это я попал? Или ты? Да-да-да. Нет, ты попал, я не стрелял. У меня просто хитмаркеров нет. Чё? Там еще, еще, там еще где-то. Где? Там же где-то. Справа, справа, по-моему, нет? Вот эта фигня. Да-да, справа. А, справа, да. Справа, знаете, снизу. Попал. Я хилюсь. Мне очень плохо. Минус. Хорошо. Хорошо. Это может все-таки это тихо, был? Тихо, тихо, в песку ходит, нет. Вот с той стороны бежит еще один, желтый. Над нами. Один хп ему оставил за краном вот этим, желтым. Убил. Хорошо. Не-не-не, внизу, под вами. Убил? Нет, а может убил. А, убил, хорошо залетел. А, там нет, два. Нет, не убил. Сейчас значит, убил два. Кого-то. Значит два. Вот, видишь, два трупа лежит. И мозги он на стене. Хитмаркера просто не было. Хилки, если нужны, у меня 16 пыльцов, могу цыпать. Двое за скалой, за вами прям. Трупа вижу. Один, по крайней мере, вот здесь труп. Одного убил. Кто мне в спину стрелял? Противник, да? Убил, убил, убил его. Сидел в уголочке. С синими брониками. Что? Ломаем. Полный лута просто. Простой вот цитирит. Металлома не было у них случайно? Растут здесь джунгли. Они и на болотах растут, это рандом какой-то. В пещере у Жорика там вот штук 5, наверное, не больше. Вон еще на дороге растет. Где? Ну. Ой, помогайте! Очень много мелких. Прям целый там этот у них. Отойди, отойди! Выводок в поле. Считает тебе по квестах? Знаю, пока не могу посмотреть. Хреновый тип. Вот. Нет, не считает. Убил, по-моему. У нас эта фигня сзади бежит. Какая? Кто? Утка это, блядь. Пчела, как ее называют. Пчела из деревьев дураков. Рядом. Еще рядом одна. И тип на метке, вот там надо залутать труп. А мне засчитывают их почему-то. Тут тоже Жорик стоит, а серьезно, бля? Надо в обход как-то идти. Может,
же он большой вообще забрать этот. Мы его не оббежим, да? Что, морнем? Может, ему крена какие-нибудь там накидать? Ждите, пока пасть откроет, потом вливайте максимальный урон. Пойду-ка, говорит, я. А, это вы мне? Ну ладно, уйду я. О, мелкий стреляешь. Угу. Металлические сплавы нашел. Сплава мне надо, да. Нашел. Сколько тебе его надо? Два. Бля, мне кажется, типы бегают рядом. Да, у меня типы бегают, скорее всего. Убил. Убил? Он просто в кусту сидел. Страшно. Какой-то нормальный, короче, ган у него. Возьму посмотреть. Так, и сумму проверим. Мутный у него только. Я тебе не смешанный дам сейчас, да? Снайперские патроны в него положил. Забери, если mm-hmm. надо тебе. Mm-hmm. Что, дробовик или что это? Выглядит сильно. Такая вот штучка. Тебя придавит. Ой, я поржу. Я там все видно у меня было. Ну-ну. На каком уровне, интересно, эта винтовка отрывается? Вроде на 14 получается. Там же у них третий уровень 14, по сути. КД, может быть. Мощный. У тебя в руках? Да. Они на 6-м ли? У кого? У зеленых или у кого? Да, зеленых. Сейчас посмотрю. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.